Вот, у мамы клубничка великолепная. Тут она вот подстелила вот эту ткань. И теперь клубника даже вот при такой сырости, которая вот этот весь месяц была, клубника не гниет, как было раньше. И вполне приличная. Вот, так что Артемка тут у нас ее поест. Так-то он, вообще говоря, ест ее. Съел вчера, правда, одну ягодку, сегодня чуть не захотел, но вообще ест ее. Да, много здорово клубники, конечно. Тут вот три грядочки, но, по крайней мере, вот больше, чем в Испании, где мы отдыхали у родственников в частном доме месяц назад. Вот. Там было всего лишь маленькая грядочка, а тут целых три грядочки. Вот целых три грядочки. Великолепные клубники. Ну, здорово, здорово, здорово. Так, ну, наверное, я эту съем. Эту съем, ягодку, прямо вот сейчас. Угу. Наверное, еще вот эту сейчас съем. Парничок. Клубника хорошая. Клубника хорошая. Чудесно. Парничок, парничок. Вот такой симпатичненький. Удобненький. Не то, что раньше мы когда-то в моем детстве делали сами все это. А тут так вот просторно, удобно, хорошо. 25 градусов сегодня обещает. А в ближайшие дни 30 будет. Хорошо, хорошо. Погоду мы хорошую привезли. Не из Питера, конечно, но где-то по дороге подобрали. И привезли. Да. Клубнику просто приятно смотреть, не оторваться.